Ну, там есть с маленькими разные варианты, типа, либо самому нарисовать, если умеешь, либо кого-нибудь попросить, если есть какой-то знакомый, кто может заморочиться, либо можно взять поискать в интернете что-нибудь готовые там с маленькими, ну, что-то, чтобы было хорошо видно, это самое проблемное, конечно, что-то. Иногда есть какая-то вроде прикольная картинка, но ее уменьшаешь, и нифига не видно становится. Приходится либо как-то обрезать, либо что-то другое все-таки брать. Тоже выдали компаньонку. Косарь на нет жесть, а это много? Не, вроде... Я просто вообще не знаю, сколько другие платят. Ну, по-моему, это типа... Также. По-моему, это типа адекватная цена, потому что, по крайней мере... Но она, по крайней мере, не повышается довольно долго. То есть, если все вокруг дорожает, то за инет... Мы уже несколько лет платим одинаково, и цена не повышается. То есть... В этом плане можно сказать, что... Все неплохо так-то. По крайней мере, выше не становится. Что вполне можно было бы ожидать сейчас. Банк снимает. Не, я знаю, что есть более дешевые тарифы. Но мне, во-первых, нужен хороший интернет, чтобы... Ну, во-первых, у меня-то брат все-таки платит. И брат больше меня зарабатывает. Поэтому, если он считает, что как бы... Я ему несколько раз говорил, что, типа, может быть, там... Какой-нибудь подешевле тариф выбрать. Он был против, как бы. Поэтому... Мне бы хватило и более дешевого тарифа. Для стриминга достаточно. Типа, чего-то... Чтобы что-то скачивать. Ну, я не так часто что-то скачиваю. Если что-то большое надо качать, можно на ночь поставить. Ну, спасибо, Артём. Випка — это хорошо, да. Там поначалу не так много слотов, поэтому... А чем меньше слотов, тем випка ценнее еще. Блин, ну вот так надо как-то клайм сделать. Не пытаться там на прыжках этих сейвить, это только хуже делается. Первый выстрел всегда кажется, может чуть быстрее кинуть, ну ладно, пойдет. Но так-то это нормальный пейс. Не выдали? X-Ray, но он как вернулся? Он может запустить, потом не запускать месяц, потом еще раз запустить. Может там неделю стримить, потом два месяца не стримить, что-нибудь такое. Но сейчас он в последнее время стримит почаще, потому что ему к фиджиту надо готовиться.
типа, у него появилась мотивация запускать. Я думаю, после фиджета он опять пропадет на год. О, прикольно, у меня он по 0.2 от соба идет. Ну, это, кстати, хороший пейс. Эп у меня не часто так хорошо получается. X-Ray готовится к фиджету, да, то есть там жабы будут, причем он жабы бегает не any процент, как ты мог заметить, а Варплес, потому что на ивенте будет Варплес. Ой, блин, чуть не прыгнул, опять не испортился. Блин, бомбу опять, кажется, криво взял. Машина нормально. Не знаю. Я чуть последний бросок рано не сделал. Ну, вот такие пейсы мне нужны, да. Норм. Плюс 0.2. Thank you.
визуально пробежал концовку. По идее, это оно должно быть. Это должно быть то, что надо. Это должно быть оно. Я, по идее, это саб-китаец. Это топ-13, если автосплиттер точный. Фух, это не самый лучший ран. Это концовка. Я прям вот пробежал, типа, как смог. Если я бы ускорился, то я, когда пытаюсь чуть-чуть засейвить, там всегда теряю еще больше, поэтому... С последним уровнем у меня, конечно, есть проблемы, но я рад, что даже так получилось.